Всем доброе утро! Я наконец-таки снимаю What I Wear in a Week. Я хотела его снять еще в прошлом месяце, но мне только-только вчера пришла посылка с новой одеждой. Я сегодня встала в 6 утра, легла я в 3, 3 часа сна. Это офигенный экспириенс, никому не советую такое пробовать. Кстати, мне у меня выходить 6 минут. Уровень сбора, конечно же, 100% из 100. Знаете, я после того, как посмотрела Брайана Мапса с Анастасис, мне вайб такие, ну... На шутках сегодня. Блин, надо вас переставить. Кстати, большие стоящие с этого видео будут с интернет-магазина Fashion Chinggu. Fashion Chinggu представляет огромное количество одежды, вдохновленной аутфитами кей-поп айдолов. И сейчас в Fashion Chinggu распродажа целых 20% абсолютно на все товары до 16 мая. И что самое крутое, это бесплатная доставка при заказе свыше $60 абсолютно по всему миру. Так что ссылочки оставляю внизу в описании, обязательно переходите. Очень классные вещи, так что погнали собирать аутфит. Ссылки на одежду с Fashion Chinggu я оставлю внизу в описании. На всю другую одежду ссылки будут в моем телеграм-канале, так что тоже заходите, ссылочки внизу в описании. Что-то мне кажется, это как-то сильно по-зимнему. Хотя, I don't know. Outfit check. Если будет жарко, я в целом могу снять шарф, положить его в рюкзак. Вот, мне кажется, так лучше. Я просто боюсь, правда, замерзнуть, поэтому на всякий случай я его надела. Мне кажется, выглядит очень-очень неплохо. Кстати, пользуясь случаем, хочу вам посоветовать подписаться на мой инстаграм, там совсем скоро 30 тысяч, и там гораздо-гораздо больше контента, так что если хотите видеть меня чаще, let's go, все ссылки в описании. Thank you.
Барсика. Ну, я не знаю, но пусть это будет Барсик. Всем доброе утро. Я опаздываю уже на 25 минут. Я должна была выйти 25 минут назад, так что надо быстрее уже выходить. Потому что я 20 минут не могла выбрать, какую футболку, черную или белую. Выбрала в итоге футболку с барсиком. Выглядит pretty. Сегодня потеплело, солнышко на улице, но 15 градусов, поэтому я одела сверху куртку. Барсик принесет вам удачу. Ставьте лайк за барсика. Как это читается? Сорамбуси. Он так много прыгает. Мои бы коленки уже умерли. This is Russian sad. Oh, now we are going to кататься на катели. Да. Больше никогда не назову тебя бестик. Факты, факты, дам тебе забыть меня. Это Blizzard, и на мне жидкий кристалл, я телевизор. Всем огромный привет! Сегодня я вообще не планировала куда-либо выходить. Сейчас собираюсь, мне уже надо прям выходить быстренько, потому что я немножко задерживаюсь. Thank you.
сегодня в целом не сильно холодно, поэтому одеваю всю ту же черную куртку, она достаточно легкая. Пожалуй, наискосок она выглядит гораздо, гораздо лучше, и не зря Хёна носила ее именно таким образом. Выглядит очень классно. Не сфотал, не поел. Я сегодня очень сильно хотела надеть вот эти джинсы. Они очень классные. Я их не носила где-то месяца полтора-два. Я их надела, и я в них утонула. Они даже не на талии. Они просто внизу. Мне нужно будет купить для них ремень. Они и так висели, да, потому что они должны висеть. Сейчас они висят еще больше. Диеты, ухудение дало свое. Надоело в одной ходить. 4 дня подряд туда-сюда. Меню такое же, кстати. Мы в прошлый раз сидели вон там. Сейчас сидим вот здесь. Последние дни очень много прогулок, встреч. Я что-то совсем забила на работу, так что сейчас буду монтировать. Буду делать сейчас себе кофе. Нужно еще подготовиться к съемке. Будет просто Mabel Vibes. Модель. Прикиньте, я такая. Куда там? Еще, кстати, так как я сейчас живу одна, мне максимально лень готовить дома. Все, что готовлю, это одно и то же, потому что мне лень что-то другое готовить. И стараюсь есть не дома, чтобы не готовить дома. Морозилка какая-то.
Всем доброе утро. Сегодня я спала буквально, не знаю, 4-5 часов. Немного опаздываю на съемку, потому что я подстригла челку и немного задержалась. И буду уже одеваться. Выгляжу очень и очень. Позавтракала пиццей, кстати. Которую вчера ночью заказывала. О. Надеюсь, я не попаду никуда в пробки и где-нибудь не потеряюсь, не упаду в обморок, как это бывает, потому что я боюсь ездить на транспорте, машины, метро. Даже кофе сегодня не пила. Надо попросить, чтобы мне привезли туда, либо сама зайти по пути. Со второго этажа.
В общем, мы где-то 3 часа учились с Ванессой. Но Ванесса училась, я монтировала видео. Хочу спать. Очень. Ну ладно. Еще у меня рука уже болит. Все. Всем пока. Thank you.